Всем большой привет. Ты проходишь. Здравствуйте. Это у меня фотографируете. Да. Бабушка Лен. Да. Вы с аппаратом, да? Да, я с аппаратом. Да. Мы купили специальные штучки. Ага, ну я понимаю. Да. Только... Капелюшек и... Да-да-да. Да. Только они у нас сейчас не с собой. Мы их передадим вам. А, ну хорошо. Все, а сейчас наборчик вам продуктовый. Ой, спасибо. Положите вас. Иди вот сюда. Как? А я эту... Да. Света не было немножко, а потом телевизор показал, что я включила. Ага, как у вас дела? Потихоньку, ну, может, детка отходит, а может, ноги болят. Ну, что делаешь? Ноги болят, да? Да, да. Все, организм поганый. А может, вам ходунки надо? Они есть у меня. А, детка. Есть, да? Спасибо вам. Хорошо. Ой, да. Ну, я лапу. Хорошо, хорошо вы выглядите. Да, я ж так о том, боже мой. Хорошая, хорошая. Да. Бабушка Лен, да, все, мы поедем дальше. Да, вам всего хорошего, ой, здоровья. Ой, большое спасибо вам, деточка. Дай Бог здоровьячка. Ну, чем-то вас угостить. Нет, 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 все, ничего не надо. Ничего не надо. Все, до свидания вам. Да, да. Ой. Я вас думала, уже я нас вас встречает. Больше никогда не увижу. А почему? А я не знаю, я думала, что вы уже покинули Мариуполь. Нет, нет, нет. Тамара Николаевна, это валерьянка и обезболивающий валидол. Спасибо. Наборчик продуктовый. Ой, А мы еще, знаете, что вам привезли? Наборчик парфюмерии сейчас принесут. Да вы что? Как у вас дела? Молодая и красивая. Да. Как у вас дела? Нормально, хорошо. Все нормально, хорошо все. Да, здорово, да, довольно. Тепло, не холодно у вас? Нет, все хорошо. Да, зверя за столько. Да, все открыто, вот раздетое, да? Да. Даже куртку не накинули. А крыша не течет? Нет, спасибо, дай Бог вам здоровья. Я не за этим спрашиваю, просто переживаю. Все хорошо. Вы знаете, наверное, если... Здравствуйте. Если бы это шум, наверное... Вот это вам полотенчика. Ой, спасибо вам большое. И наборчик. Большое я вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Пожалуйста. И вам здоровья. Одевайтесь теплее. Ой, я на улицу не выхожу. Все, вот это я сижу возле окошечка. А это самое, я вижу, кто-то идет. Кто-то бежит. Мы сами же калитку открыли у вас. Хорошо. Молодцы. Мы же как свои. Ну поэтому... да, спасибо. А оттуда не докричаться, мы уже дальше. Нет, нет, это если когда лето, дверь открыта, это слышно. А сейчас же все закрыто. Так бабка еще и глуха. Так что, спасибо вам и за мобилочку. Спасибо, пожалуйста. Это для меня, когда развернула эти ваши, когда вы были последний раз. А, наборы новогодние, да? Да. И рукавички, и это самое, это... Думаю, ой, такая там память на всю оставшуюся. Там колбаса, кот полез на стол к пакетам. Да, там о, пакетик киса, колбаса. О, киса, то получишь. Я не твою. Там колбаса и сосиски. Хотела... Тамара Николаевна, мы поедем дальше. Всего хорошего вам. Спасибо вам. Здоровья вам. Да. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Евдокия Николаевна, 74 года? Да. Не поверите. На вид выглядит намного моложе. Нету ни пенсии на данный момент, ни пайков. Ничего. Мы дадим наборчик продуктовый. Эрнест. А, и вот. Полотенчик. Угу. Набор парфюмерии, порошочек. Спасибо большое. Да. Дай Бог здоровья вам. Пожалуйста. Спасибо. Вам всего хорошего. Да, прям. Здравствуйте. Я так не заскучала за тобой. Да. Я тебя так давно бачу. Да, мы приезжали, а бабушка Надя была в доме. Было уже темно, я когда мы наборы... Меня рука стыль болела. О, бабушка Катя, вы в шапочке, которую мы привозили, да? Да. Ну вот как хорошо. А мы каждый день тебе вспоминаем. Честное слово. И сегодня как снимок. Я тебя побачила больше. Это вообще. Я так давно уже бачила, я уже вспоминаю. Думаю, сегодня пойду до Светы. Они бабушки на перебой. Пойду до Светы. И скажу, что привет передали, мы скучаем. Хорошо, все, давайте мы вам два наборчика. Да, уже наборчики есть. А поможете отнести, да? Владеть вам. Порошочек. Здравствуйте. Все, и два набора продуктовых. Да, и набор их помогут отнести. Бабушка Кань, вы просили давление измерять, тонометр. Да, тонометр. Да, 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 да. Вот, это вам. Да вы что?
Да. Ой, ну как же. А вы, если он уедет, поближе, вы не приедете у нас? Мы приедем, но теперь попозже. Сначала к другим, да. Просто вас увидеть. Да. Дом, я что, бабушке Кате передали? Да. Нет, как приедем, обязательно. Да, заедете, да. Ой, как бы такое. Все, бабушка Катя, мы поехали. Тетя Надя, да, все. Все, до свидания вам. Бабку старую не увидят. Титания, мы были здесь, но ее не дозвались. Оказывается, она уходила, наборчик продуктовый передаем. Титань, как у вас дела? Терпимо. Терпимо? Короче, надо сердце подлечить, надо зрение подлечить. Здоровье, ну, да? Оно же бесследно ничего не прошло, это вся обстановка. Нервы, да, переживания. Ну, Титань, всего хорошего вам. Спасибо. Вы холодно одеты, не, надо потеплее. Не, я в тепло. Мальчик, поставь он там к двери. Здравствуйте. Тетя Валь, как у вас дела? Лучше всех никто не завидует. По хате хорошо. Не лежу, основное не лежу. И ладно. Ходите, да? Соваюсь. А тепло у вас? Тепло? Тепло. Что, наборчик у продуктовый вам? У меня что? Мы на мирном раздаем по частному сектору. Кто спрашивал, как дела? Вот это вам полотенчик. Полотенчик и набор. Наборчик. Померяй. Сейчас, спасибо. Наверное, уже не приедете, да? Почему? Приедем просто попозже. Теперь много новых погорельцев. Мы им стараемся помогать. Ну, правильно. Да. Дом. Тетя Валин. Так, ну, спасибо. Дай Бог вам здоровья. И всего-всего-всего желаю. Чего желаете вы себе? Это временочек. Чтоб все исполнялось. Спасибо. Хорошо, спасибо. Все, до свидания, тетя Валин. До свидания, до свидания. Здравствуйте, тетя Цвет. Приветик, дорогая. Очень грязно мы ходили где-то. Ладно, ладно, заходите, заходите. Ну, в общем... Заходите. Ой, боже, какие... Да. Здрасте. Наборчик вам. Ой, спасибо огромное. Поставь. Ну, зайди уже, пожалуйста. Ну, чего же вы прям на пороге? Как всегда, бежим. Ну, ничего страшного. Давай, да, зайдите. Тетя там очень ох, грязный. Господи, огромное спасибо. А зубные... Ой, какие это. Спасибо огромное. Спасибо. Полотенчики и наборчики. Ага. Бабушка Лен, здравствуйте. Здравствуйте, это уже. Да. Мы привозили аппарат слуховой, но немножко не подходит вкладыш и пищит. Мы привезли. Спасибо, лапочка. Да, они? Это привезли. Да. Ну, да, подойдет. Третий размер, как просили. Да. Да. Просили. Большое спасибо. Пожалуйста. А что, может, оплатить что-нибудь? Нет, что вы, нет, конечно. Все. А что вы мне фотографировали? Да. Вот такую. Красиво. Очень красиво. Красиво вам. И платочки яркие, настроение поднимают. Ой, еще такое не было бабы там. Спасибо, девочки. Пожалуйста, все. До свидания вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо вам. Татьяна Федоровна, а муж ваш где? Катя. А, вот вами. Наборчик продуктовый. Спасибо вам. Привет, пожалуйста. Бабушка. Я нам приехала. Пеньки бабушке привезли. Здравствуйте. Яна. Мы на ужин попали. Все, не будем отвечать. Яна, а знаешь, что? И я всегда на ужин попадаю. Все, Титань, да. Держите. Титань, смотрите. Смотрите. Вот она одной рукой... Пониже вам неудобнее будет? Не-не, можете нет, вот так вот, нет. Одной рукой вот так вот... Облокачивайтесь на одну. И эту вот так вот передвигайте. Да. Вот так вот. Да-да-да, вот так. И шагайте. И потом, ну, эту упираетесь, а эту... Так вот это вот так двигать. По очереди. И вам так легче будет. Видите? Вон оно как. Да. Вы одной рукой упираетесь, и второй вот идете. А если встать нужно, то вот за те ручки. Угу. На те ручки упираетесь. Угу. И встаете. Добренько. Ой, спасибо. Пожалуйста. Титань, ходите на здоровье. А, спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Все, дядь Вася, и вам до свидания. Вам, Титань. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливенько вам. С Богом. Давайте. Здоровья вам. Приятно. Мы в общежитии «Дружба». Светлана, передаем тонометр. Он будет всегда здесь, и кому плохо, могут приходить измерять. И лекарства. Все, всего хорошего вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Я снова выражаю огромную благодарность всем добрым людям, которые высылают денежку, высылают посылки. Спасибо вам большое. Я также благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Всем пока-пока.